Гондола, в которой Федор Конюхов совершил кругосветку, займет центральное место в Московском музее путешествий. За 11 дней Конюхов пересек Австралию, Тихий океан, Южную Америку и Атлантический океан. Также он пролетел над мысом Доброй Надежды, миновал Индийский океан и вернулся в начальную точку маршрута. Причем российский путешественник установил новый мировой рекорд по скорости кругосветки на воздушном шаре. Прошлый рекорд принадлежал Стиву Фоссету. Но его полет длился на 2 дня больше. И совершил американец его, кстати, только с 6-й попытки. Ну а команда Конюхова теперь, после вчерашнего триумфального завершение полета, готовит гондолу к отправке в Москву из австралийского Нортхэма с места посадки. Ну а сам Федор сейчас отдыхает. На родину он вернется в конце июля, в начале августа. Тогда же состоится и итоговая пресс-конференция об этом уникальном путешествии.